Эта трансляция для тебя, мой друг. Где бы ты ни находился. Это раритеты. Все это раритеты. Наш сайт посвящен интеллектуальным видам спорта, поэтому немножко отвлечемся. Чигурин, Алехин, Карпов. Вот интересная книга. По истории шахмат. С автографом Анатолия Карпова, чемпиона мира. Вот еще интересная книжка. Анатолий Карпов. Его автограф. А мы плавно переходим, значит, к бриджу. И сегодня наша тема — это правило 11. Bridge Rules 11. Ну, я буду все объяснять по-русски, потому что бридж имеет русские корни. Вот. Итак, значит, смотрим. Вот эти медали переданы мне на вечное хранение. Это российская медаль. С верблюдом. Russian Bridge Medal with Camel. Верблюд на гербе города Челябинска, Южный Урал. Итак, правило 11. Оппоненты играли... Три без козырь играют. Наш первый выход. И что нам делать? Как нам отвечать? Вот, значит, карты мои. И проблема первого выхода. Значит, правило 11 очень простое. Значит, я беру, хожу из самой своей длинной масти. У меня в данном случае это черва. Я хожу четвертая сверху карты хожу. Это четверка. Четверка хожу. Это правило 11, это сигнал для моего партнера. Ну, в общем, не будем забегать. Это очень важная информация, получает мой партнер. Все это абсолютно легально. Значит, и открываются карты стола. В общем, равномер. Значит, мои карты мы сейчас закроем. Значит, вот я пошел четверка. Теперь откроем карты моего партнера. То есть он же мои карты не видит. Вот карта моего партнера. Ну, другие масти нас не интересуют, но пусть будут открыты. Значит, я вышел в черву. Значит, из 11 мой партнер вычитает 4, номинал выхода 4, получается 7. Именно 7 карт есть у оставшихся трех игроков. У стола, у него самого и у разыгрывающего. Значит, смотрим. Ищем. На столе открылись две карты старше 4. Дама 10. Значит, мы смотрели, что 7. Значит, всего еще у двоих 5. У самого моего партнера две карты.
это 6 и 7. И значит, уже просто методом счета вот срабатывает магия бриджа. Мы знаем, сколько карт старше четверки у разыгрывающего. И их 3. Будете спорить? Смотрите. 5, валет и туз. Вот они, 5, валет и туз. То есть первым выходом мой партнер, мой товарищ по бриджу, он прочитал уже карты разыгрывающего. То есть это важнейшее правило, называется правило 11. Ну все, так коротенько все. Все, всем счастливо. Удачи!